Кстати, внимательность помогла в короткие сроки найти вора. Злоумышленник привлек внимание свидетелей необычным для мужчины маникюром. В одном из заведений общепита на Красноярском железнодорожном вокзале похитили магнитофон. Неизвестный злоумышленник утащил аппарат прямо с барной стойки. Впрочем, камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда прилично одетый мужчина выходит из кафе, пряча магнитофон в пакет. По этой записи вора опознали продавцы. В день кражи мужчина заходил в кафе несколько раз. Продавцы сообщили, что мужчина привлек их внимание ногтями, окрашенными бесцветным лаком. Именно по этой примете удалось оперативникам установить личность подозреваемого 46-летнего жителя Красноярска. По факту кражи Сибирским линейным управлением возбуждено уголовное дело. В дальнейшем материалы будут направлены в отдел полиции железнодорожного района. Как оказалось, вор с маникюром проходит там подозреваемым по другому уголовному делу – о краже двух мобильных телефонов из офисного помещения банка. Остается только напомнить – не оставляйте свои вещи без присмотра. А прямо сейчас реклама. Не переключайтесь.